Ты от лица мамы не сведу со всеми ними счеты, я не смогу вернуть ей ту честь, которая ей принадлежит. Тридцать лет уже никого вообще не интересует эта история. Зачем тебе ее все время поднимать и поднимать и поднимать? Забудь! Я умоляю тебя, забудь, спаси нас всех. Я думала, что ты все уже рассказала. В конце концов, это было твоей обязанностью, как законного опекуна. Нужно ли говорить правду?